К делам партийным фракция ЛДПР внесла на рассмотрение губернской думы поправку в закон, касающийся выборов. А именно, либерал-демократы заявляют, что состав представительного собрания должен формироваться, исходя из партийных списков. Система одномандатных округов, по мнению Соколова-Жириновского, в крупных регионах себя не оправдывает. А укрепление партийного института должно укрепить и демократию в стране, рассуждают либерал-демократы. Мы считаем, что одномандатники изжили себя как институт народного представительства, тем более одномандатники в таких крупных регионах, как Москва, Самара, где норма представительства. Один депутат представляет в Самаре, например, в Самарской области 100 тысяч избирателей, в Москве 300 тысяч. Но о какой представительности вообще может идти речь? Поэтому мы предложили со следующего созыва формировать Думу только по партийным спискам. Аргумент «за» здесь очевидный, это партийный контроль. Это возможность партии влиять на своего депутата. Это возможность партии перекидывать депутатов и закреплять за той или иной территорией в регионе. То есть, ну, не справился человек такой, бывает, не потянул, допустим, представление интересов там, жителей Новокуйбышевска. Но у него появилось новое там, место работы или какие-то ресурсы, возможности в Чапаевске. Почему нет? Партия закрепила за Чапаевском, за Новокуйбышевском другого. Сегодня в округах зачастую соревнуются не программы партий, не бренды партий, не команды, а фамилии, а чаще фамилии, за спиной у которых большой денежный мешок. Мы считаем это неправильным. Партии должны нести ответственность в первую очередь за своих депутатов.